Приветствую, друзья мои! КамАЗ Ш5 115 с бортовым кузовом представляет Евро 2, коробка 152. Вот клиент. А? Вот минимальный набор, сейчас открою. Минимальный набор. Все есть. Клиент из Башкирии, сам себе покупает. Доволен, все хорошо. Старайтесь держать ровно. Машина после капитального ремонта. Гарантии. Ну что, было 6.20. Видео было без кузова до этого, кому нужно отправлю. То есть такие сейчас остались. Одна с такой же монтажной длиной, только не 12-го года какая-то, а 11-го. И две с ZF9. Одна из них ZF9 под зерновоз уже будет с кузовом. Вторая под ассортиментовоз. 7800 монтажем длина. Красив, хорош. Будем ждать видео где-то через полгода, как что с машиной произошло, как, почему эксплуатация. Как работает дизло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем добра, друзья.